Блудли Хелл. Короткая, но милая история об ангеле, выполняющем кровавую адскую миссию по убийству сатаны. Рывок, двойной рывок, захват и взрыв прокладывают себе путь через ад, чтобы выполнить свою священную миссию. Сможете ли вы убить сатану? Или вы не сможете овладеть своими способностями и умрете в этом кровавом аду? Знаете, я скажу так. Это игра с средней графикой и фиговыми спецэффектами. В 2D стиле с видом сверху. Знаете, довольно любопытно странным сюжетом. Мы архангел. Говорящий, получающий наставления и задания от животных. Ну тут да, простая боевая система, в принципе, с прикольными врагами-чертями. Ну сразу говорю, на любителя. Но я ее не понял. Знаете, мы можем во врагов пулять непонятными магическими шарами. В то же время враги в нас тоже пуляют магическими такими же шарами, только другого цвета. При убийстве врагов мы забираем часть их жизненной силы. Да, очень милый ангел. И можем пополнять здоровье, как вампир, в принципе. Да, вообще, если кто не понял, то у нас ангел-вампир вторгся в ад для того, чтобы поубивать чертей и повысасывать их души или жизненные силы. И потом убить сатану. Чем, блин, разработчик думал, создавая такого ангела? Я, если честно, не понял. Этот ангел хуже всех демонов вместе взятых. Очень вообще прекрасно. Вот постановку сюжета здесь хоть стой, хоть падай.